Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Продолжая видеообзоры, сейчас покажу вам перец воловье ухо. В предыдущем ролике показывала перец богатырь и говорила, что он относится к классу крупноплодных. Это тоже воловье ухо, это крупноплодный сорт перца. Он еще у меня не совсем дозрел, но видно уже, что он будет красный, конусовидный. Очень много плодов на кустике. Плод 60-70 сантиметров в высоту. Вот видите, и все. Весь он, весь в перчинах. Если вот так подальше отступлю, вам видно, что перца висит на нем очень много. Урожайный, красивый, очень вкусный, толстостенный, конусовидный красный перец. Сладкий. Все. Я вот показала, как он выглядит. Это для любителей крупных плодов. Сейчас руку. Вот видите, по сравнению с ладонью, это очень большая перчина. Здоровый. Вот это воловье ухо.